Тихо у вас там? Ну, что-то пока он перестрелки есть какие-то. Да нас, походу, в котел хотят взять. Типа, окружить. Типа, такая новостя дошла, что они с этой стороны хотят обойти в Береславль. Если они Береславль возьмут, то все. Либо нам их тушить, либо нам своим ходом переплывать Днепр, чтобы выжить. А так я вообще не понимаю, почему туда не могут. Вот у них там переправа есть, вот там, где вот они все сидят. Там есть у них переправа. И ее эту переправу никто сбить не может. И они просто вот каждый день едут, едут в нашу сторону. Но сегодня, как они пошли там, боже мой. Ну, если сейчас там наши войска не смогут их там удержать на правом фланге, можно считать, что вы в котле. Так бы все равно надеемся на лучшее. Я вот надеюсь, что за месяц-то они не смогут нас взять. Я думаю, что я уже отсюда ходу, домой. Там-то точно никто в котел не возьмет.